все в школе. А кто в России? Нет. А кто? Да он, Игнатий Ильич. Надо я рассказать на том, что вы сказали, что там рядом надо, чтобы я слышал. Больше нет никого, кому, кто читатель. Чтобы читал, чтобы я мог отвечать. Считать, считать, не буду считать. У меня без одной. Так что все по-разному. Согласно притче, посаживают. Он без корабля еще пока. Виктора и Анну, возврати их в мире. И дела наши устрой по воле Твоей Святой, наполни место всеми святыми и дивными Твоими. Расширь пределы общин, дай нам еще священника и место для занятий. Господи, благослови детей на послушание и всех готовящихся к крещению. И кто должен быть в поездке с миссией добра, любви и мира. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Страница 24. Предыдущие два стиха можно повторить. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом прежде, нежели сочетались, не оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого.
Иосиф же, муж ее, будучи праведным, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. 20 стих. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марии, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родись же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И следующий стих, на котором мы остановились, 22. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». Толкование. «Посему, если бы родила не дева, то не было бы и знамения». Итак, евреи злонамеренно искажают Писание, и вместо дева ставят молодая. Впрочем, молодую или женщину, или деву называют, называет ее пророк. Все должно в родившей разуметь деву, дабы это было знамением, то есть чудом. Дальше комментарий. Как Бог, любя людей, является им в разных видах, как это более приемлемо человеком в данный момент, так точно делает и дьявол, породив разные секты, ереси и искажения в Слове Божьем. К евреям 1.1. Бог, многократный, многообразно говоривший издревле отцам в пророках. 2 Коринфянам 11.14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Против этой беды святые отцы выставили 19 правило 6 Вселенского собора, запрещающее толковать Священное Писание вопреки учению Церкви. Сегодня православные или совершенно не знают Писания, или знакомятся с ним в искаженном виде при собственном или сектантском толковании, и гибнут не тысячи, а десятки миллионов душ за такое преступное небрежение пастырями истинного толкования Нового Завета. И дальше толкование. Евреи говорят: почему же родившийся назван не Иммануилом, как сказал ангел Иосифу, а Иисусом Христом? На это скажи им, что пророк не сказал «наречешь», но «нареку», то есть самые дела покажут, что он Бог, живущий с нами. Ибо Священное Писание дает имена, отдел, как, например, «нареки ему имя Магер Шилал Хашбас», то есть «спешит грабеж, ускоряет добыча». Исаия 8.3. Иммануил же еврейское имя и значит «с нами Бог». И комментарий еще. Доказательство истинности того, что они говорили, святые мужи веры находились в Священном Писании. Истинность своей веры они подтверждали Библией, а не мироточением ковчега или скрижалей. Не тем, что в сосудах с манной не завелись черви, и благословенная манна не портится столько лет. В каждой проповеди Иоанн Златоуст открывал Библию до 70 раз. Кирилл Иерусалимский говорил, что если слова его не сходятся с Библией, то не верьте и мне. Вот кому в руки попадет эта книга, и он верующий, независимо от того, кто он, католик, православный, неужели он не может задуматься, что вот эти комментарии даются, ну, не случайно, а с обозрением всей обстановки, какая есть. Потому что меня удивляло всегда, как можно считать и не раскрыть, не расширить больше на сегодняшний день, конкретно Церкви православной. Тогда он говорил только по Священному Писанию, как будто бы в мире ничего и не происходило. Но ведь этому-то уже после блаженного Филакта уже 900 лет. 900! Да за 9-то лет сколько происходит. И не видеть, что это Писание сегодня совершенно куда-то в другом месте уже затолкали, тоже никак нельзя. Меня спрашивают, а как вы дерзнули на это? Вот комментарии давать-то. Комментарии я даю на толкование, не на Священное Писание. Комментируя, приближая его, оживляя,
не побоюсь этого сказать, именно на сегодняшний день. Если оно ничего не дает, тогда зачем бы такая яростная озлобленность была священства на эти комментарии-то? Они бы прочитали все, когда считают, они говорят, у нас этого нет, я выделил жирным шрифтом. Я говорю, у тебя толкование есть? Конечно. Блаженных эпилакты, да? Но там этого нет. Вы сами это придумали. Проходит время, считают, так у меня это есть. А давно у тебя эти книги? Книги, которые патриархия издала, но у меня с самого начала, как я уверовал. И там мне, ты говорил, мне это значит не доходило. Почему тебе не дошло, что эти слова омертвело, их надо оживить? Оживить несколькими словами. А каковы мы? Вопрос. Вот прочитал и дальше. А кто пойдет? И никого нет. И только один человек. Пошли меня. И имя ему Исаия. А где остальные? Мы остальные разве не видели, что обстановка-то совершенно ненормальная в стране? Что люди любят мир, а не Бога. Что вера попрана. Что одна видимость, только пришли, отстояли в храме, да, мы благоговейные, одеты. А вышла, разоденусь, подниму выше колен, сама себя не узнаешь. И показать фотографию твою, когда ты состаришься, ты скажешь, да не может быть, чтобы я так одевалась, ходила. Вам, матерям, есть за что отвечать будет. У нас девчонки выходят, первый раз приехали, и юбки у ней, ну, сантиметров 20 от пола. Это обыкновенно, не в церкви даже. Это идет. Уже на выдане невеста выше колен. Вы по мелочи начните сопоставлять с тем, что мы считаем. Богу, всем умом. Ну, если говорить это всем умом, ну ты где-то возьми однажды бумагу и напиши, что в этот ум у тебя входит. Ты учишься сколько лет в университете? Умнее стал. Ты в своей отрасли только узнал что-то, что тебе говорит. Ты то-то узкоспециалист, специфически. Учит медицина, ухо, горло, нос, все. А кардиология, сердце, а я по другому профилю. Я педиатрия. То есть они ничего не знают. Раньше лечили всего человека. Он знал любой орган. Любой. Я считал, как вьетнамец говорит, пришел к нему там в посольстве советском во Вьетнаме. Ну, начал лечить его. Прописал, что... И тот вынимает деньги, он говорит, нет, у нас так не делается. Ваша болезнь затянутая, говорит, мне придется 3 месяца с вами поработать. И результат неизвестен, я не гарантирую успех. Но если ты делал горшок, он развалился в руках, ты будешь платить? Нет. Вот так и здесь. Когда результат будет, тогда заплатишь. Так у вас какая-то необычная практика. Он говорит, необычная, у меня же сноха. На 4-м месяце сама себя по пульсу определяет, кто у нее будет, мальчик или девочка. 4-й месяц беременности. Это другой уровень. Спросил, может определить? Без всяких приборов. Но у них приборов-то сегодня на этажи на целые натащили-то. А потом меняют через несколько лет. Там не тут, тут не так. Там не здесь, здесь. Я говорю это, переводя не к телу, а к душе. Сколько надо знать, Иоанн Златоуст говорит. Чтобы обратить душу, чтобы душа эта приняла истину, нужен не один и не два, а тысячи талантов. Так разве бывает столько? Тебе не надо спрашивать. Значит, бывает. Ты должен знать все. И в обстановку, как влияет семейная жизнь, события, погода, взаимоотношения. Ты должен все знать, на чем именно сатана его поймал. Другой – деньги. Ему только деньги. Он ничего больше не видит деньги. У другого – на другом. Все это тут путешествует, куда-то ездит. И просто говорить даже не надо. И ты должен это знать. Всем умом. В это все считали. Всем умом. А ты свой ум-то не знаешь. Ты найди, что ты знаешь, грани твои. Какие? Летит ворона, говорит, грач. А что это важно? Ну как же, живешь в этой местности, и тебе не важно. Важно, потому что ты не знаешь, кто тебя воровывает. Ты только услышал это, а по скотине. У нас на одном замкнулось. Новую породу могут вывести потеряевки? Нет. Об этом уже разговора нет. Мы покупаем семена. Мы с вами себя соединяем. Все покупается. А за это время можно было тут, за 24 года можно было свое уже вывести. И может быть, с других стран бы уже приезжали, покупали. А нет этого. То есть, что не хватает? Всем умом. И вздрогни.
если специалисты говорят, что человек использует, правильно живя, правильно учась в институте, использует не больше 4% только заложено в нем. 4, а 96 вообще не тронутые, так и уходят червям на корм. Ну вдумайся, вот разве ты не содрогнешься? Ты какая должна быть-то уже за это время-то? 4% это среднее берется, среднее. Женщина начинает над мужем командовать. В Англии решили провести эксперимент. Это длительный эксперимент. Десятки, может, тысяч женщин. И пришли к выводу, в среднем, женщина на 25% глупее мужа. Вот и все. В среднем. Но бывает, там Маргарет Тэтчер, там одна она может быть на 100 миллионов. Выйдет она как? Мне бы, говорит, рябинник дуба перебрать. Она сама дуб. Всем умом, даже всем сердцем. А тут и говорить не надо, что про сердце-то ничего не узнает. А сердце, говорит, глубокие воды. И кто его узнает? А то я от всего сердца люблю тебя. Я всем сердцем тебя. А сердце-то не знаешь. Ну, однажды возьми бумагу, у тебя есть ручка, карандаш, писать умеешь. И напиши, что у тебя в сердце. Подтверди это писание. Помолись об этом. Всей крепостью. А по крепости... Ну, вы знаете, всемирно известный футболист Пеле. Равного ему не было. Последнее, что из золота отлили ему футбольный шар. Как в награду. Во всем мире известно. Вот кто видел фильм «Футболист»? Ну, показывает, как немцы с пленными, которые были, французы, англичане, и они из пленных там тело отобрали своих, а немцы своих, показать, какие немцы есть. И у французов там играет Пеле за них. И последний мяч, как он забивает. Мяч можно забивать головой и ногой, рукой нельзя забивать. И вот он последний матч, его нельзя было взять. Он прыгает в воздухе, переворачивается и бьет ногой в самый верхний угол. Выиграно. Я несколько раз назад прокручивал, это действительно факт. Всей крепостью. А он был какой? Он был согбенный, позвоночник кривой. И мать его привела в спортивный клуб. Мать вытащила его. Ну, я понимаю, когда родился, видно его, что он спортивный уже. Но человек с физическими недостатками. Какие операции начинает делать? Одна девочка, она уже женщина, вспоминает, ее там увезли, когда к немцам в войну. И там она попала к какой-то бабушке, крестьянской женщине-то. И там все делала, чтобы мне, говорит, досадить. Я ненавидела ее просто, не знала, когда избавлюсь от нее. Она в рот мне залазила, узнавала, почему я заикаюсь, язык. Она держала свинью. С трудом, говорит, выкормили. Она ее отдала доктору, чтобы доктор помог ей на ноги встать. Она выучила ее, подняла на ноги и потом сказала, иди в советское посольство, родина твоя в России, поезжай обратно. И она лютеранка была. Я, говорит, сейчас без слез не могу вспоминать ее, я бы не была такой. Она все положила, чтобы поднять меня на ноги. Она все время меня учила и говорила, что про мою родину. Ты должна там пользу приносить. Вот патриоты где. Всем умом. А ум-то развивать надо. Интересоваться всем. А мне это не надо. Надо. Так умом-то развиваться надо и Писание знать. Всей душой твоей. А вот вложи это все в душу. Всем при том. А это все уже микроскопическое. Есть такое выражение, голова может развить сознание, как земной шар, а сердце, как песчинка. Только около себя, что рядом, маленько тут еще соображаю. Вот комментарии как раз об этом говорят. Как развить эти способности? Как ответить на призыв Духа Святого? Как быть неответственным, что зарыл талант? Мы считаем, что он зарыл, завернул в платок, ну, сегодня в целлофан, чтобы не промокло. И он развернул, он не потратил. Это означает, что вера была, он ждал отчета. И что? Пошел в огонь. Почему же ты его просто не пустил? Почему ты не приобрел больше? Тебе от природы это было дано. Кто это не считал? Все это знаем. И пошел, развернул, принес. То есть все сохранил. А прибытка нету. А о прибытке как судить? От нас не зависит. Человек, говорит, сеет и не знает, когда спит. Говорит, как оно растет, как всходит, а ему это неизвестно. А ты сей. Вот нынче, то есть я имею в виду завтра, послезавтра, следующий день к нам могут подъезжать люди.
Эти люди с разных сторон. Это все люди пришли через книги вот эти вот, через интернет. Приехало бы столько, что не вместить. Я всю зиму над ними работал, что ищите там священников, которые согласятся крестить полное погружение, зная, что вы моченые. Там вопрос стоял, говорить или не говорить, ну прийти, батюшка, покрести, священники будут крестить. Ну не говори, что был моченый в церкви-то, а там много таких найдется. Ну как только сказал, они попятились, почему его сразу сожрут свои же? И почему они против? Вот священники знают правила, каноны, Библию, они учатся в семинаре, в академии. Почему они против крещения? Я дал ответ, вчера только написали, в субботу. Я его выставил. Так там в ответ ничего уже не пишут, а 10 восклицательных знаков. Это что означает? Согласна. Согласна. Настолько согласна, что выразить горчус нету. Я называю синдром падшего демона. Синдром падшего черта. Он сам пошел в ад и всех тянет. Зачем он туда тянет? Я говорю, ответьте, но он пал с неба. Об этом мы читаем 12 глава Откровения. И говорит, к вам сошел дьявол великой ярости, ища кого поглотить. Ища. То есть он день и ночь ищет. Он поисковик, геолог настоящий. И Златоуст грабит не там, где пустая казарма какая-то, а где корабль нагруженный идет. Он туда бьет. Ну это-то понятно? Ну, понятно. Ну, если понятно, дальше-то маленько мысль продвигни. Зачем он делает, чтобы людей губить? Дьявол-то. Ему покаяние не дано. Зачем он смущает людей? Ненависть друг к другу сеет, войны, Украину с Россией, Россию с Грузией, непрерывно везде. Зачем ему это? Причины никакой нет, только одно – досадить Богу. Ну а Бог-то где, почему смотрит? Я не мог ответить, пока не прочитал у Златоуста. Я спрашиваю сектантов, почему Бог нигде не принимает участие? Как будто никакого Бога вообще нету. Вздумал пойти – убил. Вздумали президента Кеннеди – расстреляли. Ну а Бог-то где? Вздумали революцию сделать, царя под нож, царевин расстреляли, перевернули все, 100 миллионов жизней отдали за это. Почему? Иоанн Златоуст говорит так, сатана говорит, как бы он показывает по Писанию, как бы ты, Бог, дал мне свободу, я бы доказал, что я не хуже тебя, он с неба все еще принес это. И Бог говорит, даю тебе, а где это известно? Иова. Я тебе даю, но не трожь его душу. И теперь он поразил его проказы. Да он разве зря такой? У него богатство больше всех. А что он так тебя не любит, а сатана? Потому что ты богаче их живешь. А вот отними от него, слей у него солярку, отними у него еще что-то, насыпь ему тогда грешки в радиатор. Будет он богославить-то. И вот сатане здесь по зубам ты можешь дать. Ев и тогда прославил Бога. И ангелы зря. И ангелы, как зрители на трибунах, Златоуст говорит. И когда снова все развалилось, дьявол видит, трескает создание социализма. Он хватает грязь, говорит, и замазывает щели. Рушится все. И ангелы рукоплещут. Ничего не получилось. Никакого коммунизма нет и не будет. Ангелы рукоплещут, в ладони хлопают. Это Иоанн Златоуст приоткрыл маленько завесу. Бог дает ему, чтобы убедились мы. Дьявол ничего не может созидать. Вот говорит там Павел Глоба, это самый главный астролог сейчас, все узнает. А что он узнает? И вот перечисляет. Он сказал, когда, ну, от чего умрет Владимир Высоцкий. Владимир Семенович запился. И его когда он начал где-то маленько трогать, ну и Андропову сказали, глава КГБ было взять, он говорит, при этом образе жизни он долго не протянет, его не надо трогать. Ну и правда, полгода прошло, он свернулся. Ему все время являлся, кто, вижу черта черного, постоянно говорил. Значит, предсказал там Чернобыль, он предсказал. Но не о Чернобыле говорил Глоба, это главный, который сейчас живет, колдун-то. И все это отвлеченно. Я прочитал, ну, ему дают заслугу примерно 10 такие. Вот, курс погибнет, там, все только о смерти. Все, только о смерти, больше он ничего сказать не мог. Почему? Потому что дьявол есть человекоубийца. Он это и может сказать. Почему он не предсказал ни одного раза, что такая-то душа покается, обратится и будет служить Богу? Нигде. Почему он не может сказать о том, какой авторитет будет иметь перевод синодальный? Он ничего этого сатана не хочет признавать. Ну ты-то понимаешь это дело, подними это на щит. Не хотят говорить о крещении. Говорить или не говорить, моченые? Ко мне обращаются, я отвечаю, говорить. Это мое мнение. Но он не будет крестить. Но если он крестит,
а потом на священника нападут, он скажет, он скрыл, он обманом взял крещение. Я против этого. И, наконец, все, кто писали мне, нашли священников, которые знают, что они крапленые, мощеные, их покрестили. Все. И покрестили, теперь они, эти люди уже не приезжают. Они там благодарят, ну, где-то в Латвии, Эстонии, Финляндии, ну, из разных даже стран, не говоря в России сколько, до самого Владикавказа и Владивостока. Людям нужно говорить о Христе, говорить, показывая истину. И почти у всех наши книги, которые люди пришли. А много ли это? Одна душа, если придет, все оправдано, одна, единственная. Они небо радуются. И вот мы считаем здесь, Писание надо знать, для себя взять. Но говорить о Преснодевстве Марии я никогда нигде не говорил. Вообще это недоказуемо, а это берется только верою. Она родила и осталась. Никакой гинекологии не было, никаких справок мы достать не можем. Действительно она дева или нет? У нас уж так грубо рассуждать-то. Ну, если пророк рассуждает, что дева, мы можем и вопросы ставить. А как это доказать? Никак. А какое знамение? Знамение пророк назвал. Я говорю, знамение, она осталась девой. А доказательств никаких, нулевой. Тогда я не верю. Это твое право. Это тебе дает шанс в другом месте приостановиться. Это недоказуемо, но другое доказуемо. И нарекут ему имя Эммануил, с нами Бог. А вот теперь мы видим, он единый во Святой Троице, он Бог. И молящийся ему получает по просьбе. Вот доказательство. Я тут прочитал небольшой отрывочек, а сколько в нем? А почему вам мысль пришла сделать вот эти комментарии? Не знаю, для меня это не открыто. Я просто люблю Бога и хочу, чтобы люди это понимали. А комментарии как раз раскрывают. Почему священники не учат? Почему они противятся? Я нашел, что это синдром падшего демона. Гибну я, и будете вы тоже. Я не крещенный, и вы будете не крещенные. Это синдром падшего демона. Он тоже гибнет и туда. Они все знают и не делают. Да, но не делают, они противничают, они поносят всячески, когда мы говорим о крещении. К нам приедут люди очень издалека. Это будет, может, уже завтра, послезавтра. Им было не просто так. На них такие нападки, свои люди отвернулись. Но они сказали, мы поедем все равно и примем крещение. Молитесь, о чем говорится. Пожалуйста. 24 стих. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Толкование. Евангелист постоянно называет Марию женой Иосифа, устраняя худое подозрение и сказывая, что она была женою не другого кого, а его. По-нашему-то это никуда не годится уже. Ей было 14 лет, ему 72. Или даже 82, то есть колеблется. Но 14-летнюю девчонку, да все, тут педофилом бы обозвали как угодно. А для евреев это совершенно нормальное явление. И все люди считали, что это Иосифов сын. Иосифов, не его ли братья, не Иосифов ли это сын. Это было в норме. А потом постепенно то ли человек ослабевал, и другие уже нормы были. Так, попутно как к этому вопросу тут поступили. Как понять первородный и единородный? Есть разница. Первородный – это один из 12. Первый, который родился, первородный. А единородный – он единственный, другого не было. Единородный. Единожды она родила, и больше никого не было. В каком смысле Бог являлся первородным? Вот непонятно, кто являлся. Бог являлся первородным. Как Бог являлся первородным. Надо место показать, какое место именно Писание об этом говорит. Укажите место Писания, что значит... Евреям 1.6. Евреям 1.6. Да, на бумаге напишите, я не слышу. Мне удобно очень, я не слышу. Так, написать. В каком смысле Бог являлся первородным? Бог первородным. Именно что Бог первородный. Эти слова покажите в Писании. И пока не покажете, отвечайте на что. Что значит прежде всех век? Об этом говорится при мудрости Соломона. Прежде, когда не были созданы и первоначальные пылинки Вселенной. В другом месте написано кирпичики Вселенной. Ну, мы понимаем, атома. Ничего не было. Ну, откуда все взялось? Ну, вот сейчас, ну, мысленно так вообразил, что скорость света, это оказывается не окончательная, есть еще быстрее скорость. 300 тысяч километров в секунду.
300 тысяч. И миллионы лет в одном направлении, по прямой. И нигде конца нету. Миллиарды в миллиардных степенях. Ну где-то же должно во что-то упереться-то. Нигде нет. Ну как это может быть? Никак. То есть человеку это не дано понять, и с этим надо согласиться. А у ангелов есть начало, у ангелов есть. И Вселенная, которая видит, ученые признают, это не предел. Знают, за пределом видимости самых мощных телескопов существуют новые галактики. Новые. И они как-то влияют там какими-то тяготениями. Прежде всех век. Каких век? Век – слово непонятное. Это не 100 лет. Иногда век – это миры. Прежде всех миров. Это очень сложный термин, и поэтому тут надо как бы толкование давать на два. Вот. Было безвременное дотворение, и закончится Земля, и снова наступит поисторическая вечность. Вечность, часы остановятся, времени больше не будет. Время – это условно, что секунда, минута, часы. И почему 24 часа? Откуда? Почему не 30, не 20, бы так понятно было, а то 24. Ну пусть кто-нибудь объяснит. Я могу согласиться на Евангелие от Иоанна, Христос говорит, не 12 ли часов в дне. Ну раз 12 в дне, то и в ночи должно быть 12. Больше нигде ничего в Писании-то мы не находим. Год, лето, зима, тут понятно. А откуда начинается? Летоисчисление идет от Адама. А как же тогда Солнце? А может оно действительно там геологические или как называют, космические эры? Может быть, может миллиарды лет. Мы не знаем, и спорить об этом не будем. Вот об этом написано не нами. Почему Христос не отправил бесов сразу к преисподней? Так вопрос-то не ко мне это. Это вопрос ко Христу. Значит, у Бога, я говорю в грубой форме, есть особый план. И в этот план творения входит явить Божью любовь. Что есть дьявол, иначе за что ты получишь награду, если бороться не с кем. Ну вышел, мускул накачан, ну давай, а никого нигде нет. Ну какая тебе награда-то будет? А когда есть с кем бороться, а дьявол оставлен дьяволу, даже это Иову, дьявол не повредил никак, абсолютно. Почему-то кажется, что только канонические, вот судя пока по этой, не канонических книг нет. Ну, такой, маленький, глянул туда. Да. Ну, правильно, нету. Это протестантское издание. Но правильно ли издан, разреши еще гляну. Ветхий Завет. Где-то надо найти, что синодальное издание. Канонические, это канонические. Канонические, то есть 11 книг нету. Новосибирск издал. Почему они не указали? Ага. Что тут написано? Синодального, да? Да, синодального. Абсолютно. Можешь не проверять. Хотя это издание не православное. Православные никогда Библию 66 книг не издают. Никогда. За 2000 лет. Только 77. Сектанты всегда издают, ну, может быть, когда-то издавали по-другому, 11 неканонических, называя их апокрифами. Не отправил бесов в преисподнюю, мы можем только по истории мира найти причину этому, дабы было на чем явить верность Богу. А зачем дерево познания добра и зла? Ответ тот же самый. Адам бы, если этого не было, святые говорят, это у Виссариона описано, он бы стал Богу молитвой досаждать. Господи, ну дай мне что-нибудь такое, чтобы я доказал, что я верный тебе. Откуда мы знаем, какой был благочестивый и целомудренный Иосиф? Когда показано, как жена Потифара его обнимает, как она его ловила, и наконец оболгала, и он 7 лет сидит как прелюбодей по 117 статье Российской Федерации. Нужно ли это ему было? И кто бы ни спросил, за что сидишь? Но он должен был сказать, что она с женой господина сикшался. Свое, эх ты, подлез такой. Да не все верно, неверно. Выходит, они лгут, и тут его пороть начинают. А он, я не говорил. Сейчас только мы досмотрели этот фильм «Иосиф». Очень интересно. Вот. И теперь мы знаем, вот это испытание жена его показала. Он вытерпел все. Он и в тюрьме, и везде оказался верным Богу. Он все время ссылался на Бога. Перед фараоном все падают. А он не кланяется. Почему? По моей вере можно кланяться только Богу. Фараон сразу, этот человек никогда не солжет.
Это в фильме уже добавили. Но это действительно так. Он не побоялся смерти, потому что смерть грозит, кто не покорится. Из Евангелия сегодня. Что-то. Из Евангелия сегодня. Два слова непонятно еще. Из Евангелия сегодня. Что будет с теми людьми, которые на просьбу сотворить любовь человеку, не зашли к нему? Да ничего с ними не будет. Но это такое выражение, оно не библейское, а в житиях святых. Приглашают трапезу разделить. Моя мама просила, когда качали мед. Она выходила на улицу и звала людей. Мед качает. Ну а когда женщины шли с колхозной картошки, она говорила, ну чтобы вам попутно идти там, по рядку захватите оттуда-то. Пока дойдете, два рядка уже по полу-то будет. Ну и кормили, все холодной водой поили, и хлебушка давали. Вот. Не зашли. Не ставит. Вот к этому. В каком смысле Бог является первородным? Вот, ну, давай. К Римлянам 8:29. Давай. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным его образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Ну, речь идет о... Здесь не ставит о Боге, а о сыне. Вот, и Евреям 1:6. Давай. Также, когда вводит первородного, во вселенную говорит... То же самое. Вводит он, речь идет не о Боге, а вводит как сына Божия. Теперь мы понимаем, что это Бог, Сын, равное лицо. А так, чтобы именно Бог явился первородный, такого нет. Я почему сказал найти, потому что нету. Больше еще это нельзя найти. Бог первородным не называется в Писании. И нам не надо это употреблять, выражение. Почему в нашей церкви семье веры не считают слова истинного Бога? Ну почему? Я могу ответить. Потому что Никон перепортил все. Вот и шел кто-то с чем-то там 2-3 раза аллилуйя, это не так уже и важно. Но Бога истина от Бога истина, когда считают, а в символе веры упускает Духа Святаго Господа истинного, это не годится никак. Поэтому мы сразу же обратились официально. И тогда был епископ Вениамин, короткое время у нас, он сказал, что это каноном принято, то есть мы считаем. Но они не считают, это неверно. Старообрядцев сохранили, понятно, Бога истина, от Бога истина, Отца Сына, а Духа Святого истину убрать, то сразу настораживает. А почему? Разве это слово какое-то крамольное? Почему убрали? От Духа Святого слово истина. Они говорят... Но когда мы считаем Царю Небесного, утешителя Духа истины, души истины, мы же называем. Тут называете, а там оторвали. Символ-то поют, а это не знают. Ничем объяснить не могу. Считаю, это неверно и недопустимо. Надо вернуться, тем более сохранили старообрядцы. Если в церкви вера церковный ящик является ли. Это. Воруют. Но это так нельзя сказать, потому что церковные ящики были всегда в церкви. Ящик, потому что приходили, и вдова положила. Куда бы она положила-то? Она же никуда на пол бросала. Вот чтобы ходили, собирали, это тоже было. Но в Новом Завете торговля запрещена. Торговля запрещена, или все на этом. Висит ящик, добровольное пожертвование. Это всегда так было. Во всей Библии об этом говорится. Но только к этому надо призывать, чтобы люди приходили не с пустыми руками. Десятина – это святая. Десятина нет – это вор. Вор в самом высоком смысле ворует у Бога, обкрадывает Бога. Это книга пророка Малахи. Вы обкрадываете меня. Для людей это как шок был. Мы – Бога. А чем мы обкрадываем? Прям вопрос и ответ. Десятина и приношение. Десятины нету вор. И что ты ни крути, ни верти, ты вор перед Богом, ты узнаешь. У тебя не будет благословения в другом, в третьем, в пятом. Ты никогда не будешь иметь то, что мог бы иметь. Десятина. Да, мы считаем Тавита 1:8. Он проглотил 3 десятины. 3. На что-то. 3 не требуется. Это доброхотно дающего Бог любит. Щедро сеет, щедро пожнет. Ты сам себя определи и посмотри. Десятина замещает все.
ни торговли не надо, ничего. Ни за таинство деньги брать. Десятина оправдывает себя по самой высокой шкале. Вот и все. Пошли. 25 стих. «И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». То есть, толкование. То есть, никогда не совокуплялся с нею, ибо слово «как» означает здесь не то, будто только до Рождества не знал ее, а потом познал, но то, что совершенно никогда не познавал ее. Писание часто так выражается. Так сказано. «Выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды». Бытие 8.6. «Но он не возвращается и после сего». Еще Господь сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Матфея 28.20. «А после скончания разве не будет? Тогда тем паче будет с нами бесконечно». Так и здесь под словами «как» разумей. «Не знал ее ни прежде, ни после рождения, подобно как и Господь будет с нами не только до скончания, но и тем более по скончании века. Да и как Иосиф прикоснулся бы к Пресвятой, когда совершенно знал ее неизреченное рождение? Называет его первенцем не потому, будто был у нее еще другой какой-либо сын, но просто потому, что он первый родился и притом единственный. Ибо Христос есть и первородный, как родившийся первый, и единородный, как не имеющий брата». Ну смотри, и все я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28.20. Я не встретил ни одного человека еще в жизни, который сказал: вот эти слова коснулись меня, и из этих слов я сделал такой вывод. А мне Бог это открыл. Почему мне открыл, а другому не открывает, я не знаю. Он говорит: я вот с вами, с верующими, во все дни до скончания века. Ну и что? Да то, что много разных сект. Я сидел, помню, стол, клеенка была у Еремеева на клеточке, ну так, расчерченном. А там разные секты, разные были, а я обратился. Поэтому я мог оказаться и не здесь. Но я подумал, вот толкует так, этот так, но идет 1962 год. Сегодня, в то время, когда я обратился, было примерно 400 разных направлений, сект. Сегодня любят слово деноминации, там придумывают. Ну, то есть заблуждение 400. Ну, а где истина? У меня вопрос, где? Ну, что, вот эти клеточки, это годы. Ну, а годы, это значит и дни, 365 дней. Ни одного дня со дня произношения этих слов не было до сегодняшнего дня, где бы Бога не было. Но с кем именно было? Вот вопрос состоит. Я тогда стал думать, а если 1913 год? И вдруг я нашел, 130 всего было сект. То есть стремительное умножение, это последнее столетие. Ладно, я решил тогда еще опускаться дальше. Спускаюсь в 1517 год. Там находится, допустим, 44 всего. Ну, 44, но все равно... Вот 44 в этом году. Но все равно вот в этой клетке он есть. Но с кем их 44? Это мне никак не дано узнать. Никак. Я исследую, какие сектанты есть. Я хожу к ним на дом, беру их книги, заучиваю, конспектирую. Это вообразить нельзя, что я в это время делал. Пятидесятники, я всю литературу их стараюсь достать. Вхожу к ним в доверие. Они мне дают тайные книги свои. Тогда трудно было. Я их конспектирую себе. Телефон. С чемодана, наверное, конспекта потом было. Вот, видишь. Говори. Так, слушай. Ну, слава Господу. Он доволен? Ну, хорошо. Бабушку успокойте и покажите ей его. Ну, он звонил. Она звонила мне сегодня. Но мне интересно именно ее мнение, когда она поговорит немного с ним. Заметит ли она в нем то, что важно для мужчины? У него, видите, какое, у него осанка другая стала, взгляд другой, у него лицо расправилось. Вот. Ну вот, ну с Богом. Слава Иисусу!
Вчера парнишку увезли в сене. Он тут слезы лил, как водосточная труба. Ну, кто в лагере был, знает. А поехал пацан совершенно другой. Лицо разгладилось, как будто это не он. Это который звонил тоже? А? Который звонил? Ну, он звонил, не звонил, не знаю, да. Ну, вот один из двух мальчиков трубы, сейчас да? Все, отошли от этой темы. Мы сейчас говорим о том, где искать Христа. И мне это никто не подсказывал. Я умишком своим раскинул и понял, во все дни до скончания века. Кончания века нет, но эти дни 1962 год. Я пошел еще ниже, опускаюсь к 5 веку. И нахожу, что там всего только 17. Но это мне пришлось уже идти в библиотеки, искать, расспрашивать. Но 17 это тоже 17. Ну, с кем именно-то он? И я понял, мне надо искать там, где один. И этот один, когда найдется, а Христос во все дни, если его там с одним Христа нет, то тогда эти слова неверные, он во все дни. И вот этот день мне надо найти, где понималось одинаково и была одна церковь. И я дошел до этого момента и стал это толкование считать. И сравнивать с теми, которые появились. Я проделал громадную работу в то время. Ну, уже приученная работать самостоятельно. Мне помогла и моя глухота, которая в школе была. Я все делал самостоятельно. И я теперь увидел. Истина в Церкви Христовой, единой, нераздельной, Вселенской, Соборной, Апостольской. Это толкование мне надо найти. Я крошками находил где-то. И наконец узнаю, что это есть собрано до меня уже блаженным Феофилактом, архиепископом болгарским. Этот момент мне никогда не забыть. А мне в это время 23 года. 23 года, то раз тут никого таких сейчас нету, наверное. Вася, тебе сколько? 27. 27, значит, я еще был моложе. И я нашел где-то в Клайпеде, Литва. И у одного старообрядца поморца, у них священства нету. А у него две девицы, а я любил косы. Вот любил косы, косу увижу, глаз не отведу. А я все вижу, глаз не отвожу. Вот. И вот две девицы, волосы русые, там в руку толщиной такие. А он такая окладистая нетронутая борода, он на стройке работал. И он меня к себе домой пригласил. Может, ли какие-то там виды на меня были. И дал же он мне это блаженного Феофилакта. Вот тут он меня, конечно, понесло. Тут я уже законспектировать все надо. А корабль ремонтируют, на ремонте стояли. Да быстро ремонтируют. Ну что ж они делают-то? А я вырвусь оттуда, опять надо выписать проходной, и опять я к нему. Девица одна пройдет, Катя пройдет, не смотрю, Люда пройдет, не гляжу. Я все это, и так, запись сохранилась, я, кажется, дошел до Матфея, 24 глава. Нет, для меня открылась вся Вселенная, кажется. И я понял, все сектантские толкования порошинки не стоят. Я уже тогда помаленьку начал с ними встречаться. Но корабль-то снялся с якоря, ушли обратно в Латвию, а потом уволился. И потом я окончательно нахожу полное уже у старообрядца белокривицкой иерархии в Новосибирске. Теперь полностью конспектирую все до откровения. Вот так и толкует. До откровения. Никаких недостатков я не видел, но там много было на славянском. Мне срочно пришлось сесть церковно-славянский язык изучать. Тут маленько помог Александр Иванович Устинов, ее тесть. Вот по откровению тут. Ну тут уже все, встало на свое место. Вот это я все, потом уже машинка появилась, когда переехали, тут я перепечатывать начал, по ним вести занятия в университете, но видел, что надо добавить, растолковать отдельные моменты и увести. Теперь мысль пришла не мне, а со мной жил иеромонах Нафанаил. Я думал, это один из томов «Открытым оком», когда я толковал в университете. Он говорит, нет, это отдельно надо издавать, отдельно. А сколько будет томов, я этого не знал. И вот тут он помог мне, и как оформить, и как вот это вот составить. Дальше я уже сам отдельно переиздам, отдельно его уже не будет. Но заложил все он, и о нем надо помнить. Он Николай Николаевич. Он женился, монашество свое забросил, ребенок родился. Но у него перед этим было, посчитай 19-й том «Открытым оком», как он на меня нападал, и все, 19-й том «Открытым оком». Там он написал курсовую работу, поступил в институт, в университете, Алтайский государственный университет, на теологический факультет, и написать о нашей общине.
То есть он веру потерял еще раньше, но в общине, я, говорит, имел уникальную возможность общину наблюдать изнутри. И дальше уже беседовать как совершенно безбожник. Я этого не знал. И как только он все написал, Бог полностью отнял веру, у него все потерялось. Все, полная катастрофа, абсолютная. И теперь, сколько бы он ни жил, он будет жить в блуде. И выход только один – покаяние, под эпитемию и развестись. Выхода никакого нет. Уехал в Казахстан. Так, я слышу, как люди, которые с ним знаются. Но ему я благодарен завсегда. Вот именно каким шрифтом взять, вот это жирным. Я говорю, Матфея, только один раз указать, как те издания были. Он говорит, нет, надо на каждый стих указывать. Я говорю, это много места занимает. Немного. Он там ужал и все. Это он меня потащил. Вот это, какой крест сделать, какими буквами, это все он. Но у меня заслуга та, что я не сопротивлялся. Как ни странно. Я вспоминаю, в школе потеряюсь, и мне попели, один раз учительница пятерку дала за то, что я не мешался. То есть я не пел, а я когда пел, тянул какую-то, может, другую. И она, когда коров пас, тогда я пел. Был такой Ан-Кукузель, когда он пел, коровы переставали есть. И у меня та же. Когда я пел, то они пятились и переставали есть. Черт идет под знаменем, красный командир. Вот. И вот теперь... Это колыбельная. Вот это вот все. Я отношу к великому чуду Божьему. Он спал на втором этаже у меня. Плац, я забываюсь, называю нары. На вторых нарах, говорю, спал. Вот. И как он говорил, и как мы ездили, как закладки сделать. Я решил так, первое белое, это желтое-белое, дальше там синее, красное, цвет российского флага. Я влюблен в этот флаг. Просто любому закажу в течение 5 минут. Самый лучший флаг за всю мировую историю. Это божественный знак, что Россию Бог любит. Дал ей непрерывную проповедь, знак. Рождаемся в крови, помышляя о небе, и будет великий белый престол. Такого знака нет. Это не для религии, это для всех мировых религий, для народов, вневременный флаг. Я отвлекаюсь туда. И вот это вот, вот смотри, один шрифт, другой шрифт, который Матфея третий шрифт, сам по себе четвертый шрифт, это все он сделал. И теперь я сам это все могу сделать. Тогда я ничего не знал. И поэтому его звать Николай Николаевич, если вспомните, открывая книгу, помолиться о нем, чтобы Бог его спас. Он так много сделал в этом издании. Вторая глава начинается. Давайте дальше продолжать, не обращайте внимания, кому надо зайдут. Давай. Слушайте внимательно. Вторая глава. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, толкование, Вифлеем значит дом хлеба, а Иудея – исповедание. Да будем и мы через исповедание домом хлеба небесного. В дни Ирода. Евангелист упоминает об Ироде, дабы ты познал, что от колена Иудина уже прекратились князи и цари, и должно было прийти Христу. Ибо Ирод был не иудей, а идумеянин, сын Антипатра, от жены Аравитянки. Когда же прекратились князи Иудовы, пришел Христос, чаяние языков, как пророчествовал Иаков, 49.10. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Дальше. Указывает на сан царя, потому что был еще другой Ирод, четверовластник. Ибо если волхвы, идолопоклонники уверовали, то какое извинение остается иудеям? Пришли также для того, чтобы более просияла слава Христова от свидетельства волхвов, которые больше были враги Божии и служители демонов. С востока. И это для осуждения иудеев. Ибо те пришли поклониться ему, несмотря на большое расстояние, а евреи, имея у себя Христа, только гнали его.
Тут он указывает, что волхвы именно непосредственно как эти жрецы, что ли. Как говорят, что волхвы просто жрецы были, астрологи. Вопрос в чем? Тут он говорит, что волхвы это были жрецы. Ну. Вот. А говорят, что волхвы это были просто мудрецы. Там. Ну а жрецы разве они были глупые? Нет, ну. Это самые мудрые люди были. У них астрономия была на высочайшем уровне. Сегодня расположение пирамид и все. Смотрят они с какой точностью. Вот, находят на империи инков. Ну, название меняется, конечно. Сегодня волхвы это волхвование, волшебством занимаются. А тогда занимались они и другими делами. Высчитывали по звездам, определяли затмения и прочее. Так что противоречий в этих словах нет. Вот говорит, а кто такой Ездра был? Чтец. А одновременно был и священник. Так чтец он был и священник, ну да, и книжник. И книжник, и друг царя, и друг царя. То есть смотри, сколько у него было. Вот слово сказать Ездра для меня это единственный человек, ну, о котором я буду постоянно говорить. Почему его нет, как называют, не только в каноне, а даже в святцах нигде нет. И Ездра никого не называют. Ездра. Больше пользы принести для церкви, чем Ездра никого нету. С ним никто не сравнится. Нету. Но в первую очередь, он вывел народ из плена. Мало? Отстраивает Иерусалим после плена. Строит, все это делает. Освобождает народ от ложных браков. Ездра, Неемия, они там были вместе. Дальше. Ездра, считаем мы три книги Ездры. Здесь же. Книги Ветхого Завета собрал вместе Ездра. Это все он. И притом за ним нет ни одного нарекания, как за Давидом. Вот он сделал, другое. О! Мир вам! Проходи! Проходи, судитесь. Подожди, дайте мне возможность 10 минут свободного занятия. Нина! Нина! Дайте мне 10 минут на занятиях побольше. Давай, давай, задай честно. По важности. У нас важнее это, я могу порадоваться с нами. Никогда не забуду, как нас вращали, телефон. Так, садитесь. Сейчас мы еще немножко. Говоришь. Слушаю. Ну да, мы уже согласились, что мы приедем в Барнаул на газели за вами. Ну, смотря какой груз. Какой груз вы думаете взять из Барнаула? Ну, ни один шофер вас брать не будет, это я заранее скажу. Ну, хорошо. Дальше. Вчера звонят десятки раз, пока проехать. Дорогу не знают. Проводника у вас нету. Это уже сразу показывает, что лучше. Вас сколько человек? Сколько человек у вас? У вас четверо? А я считал, что у вас больше. Пятеро. Ну, это понятно. А когда вы будете в Барнауле-то? Завтра будете в 6:30 утра по местному? Восьмого? Восьмого это какое будет? Среда. То есть вы в среду приезжаете? Восьмого. Хорошо. Утром в 6:30 по местному? По барнаульскому? Так, в 6:30. А где встреча-то назначена?
Понятно. Надо тогда нашему выехать пораньше туда и там переночевать, и утром вас встретить прямо в аэропорту. Ну, я тогда не знаю. Смотрите. Если у вас грузом поместится, ну тогда с трассы-то вас вот встречать надо на трассе-то. Вы тут не проедете, можете сбиться. Ну, на трассе-то встретить, конечно. Я на машине, что ли? Ну да, вы все-таки на меня выходите, когда поедете, чтобы шофер слушал, где свернуть-то. Когда проедете Ребриху, чтобы обязательно на меня вышли. Договорились, тогда так машину не посылают. Все, отошел, с Богом. Слава Христу. Краснодар. Краснодар, знаешь где? Где? Где Юг России. Где дед? Так, да, дальше маленько, еще можно пройти. 6:30. Мы все закончили. Мы, видите, касаемся того, чего вижу, что люди проходят и не видят совсем. Во все дни нескончаемые века. Я никого не встретил, чтобы эти стихи подвигнули его к такому поиску, как у меня было. У меня за этими словами стояло доверие Богу, и я решил найти, какой год было одно название, одно. Не было там ни католиков, никого, ни баптистов. Если там его нету Христа, значит его нигде нету. А он обещал с вами во все дни нескончаемые века. И сегодня понимают, это самый безошибочный путь. Вам легко, потому что вы получили книгу, слышите, у меня никого не было, я среди сектантов обратился. И когда мне говорят, ну а родились бы вы вот где-то в мусульманской стране, вы нашли бы Бога, Христа? Ну, конечно, я, может, лишнее скажу, но думаю, я нашел бы. Потому что я одновременно занялся изучением мусульманства, кришнаитства, буддизма, вот в это же самое время, в этом году. Я решил до конца дойти и увидел истину только в одном месте. А в одном. Это истина, то, что заложила мать в страхе Божьем. А если бы мать была у нас неверующая, сумел бы найти, тут я поднимаю руки, не знаю. Но с тем багажом, с которым я уже пришел к этому, как Бог хранил меня, я должен был найти. У меня была очень сильная жажда познать истину. Я собирал по буквам буквально. Где... Ну, если бы у вас и мать была мусульманка, у вас бы закладка была совсем другая. Но во мне столько было заложено, вот это, то, что сегодня у мусульман, я считаю, что мне не надо закладывать, оно во мне уже здесь было. Вот этот порядок, стройность, одеяние, я все это люблю. И поэтому я, когда был среди мусульман, я вошел как будто их, с ними вместе. Но и нигде, ни шагу назад я не попятился. Мы увидели встречу с мусульманками в доме у муллы. Тебе понятно, кто такой мулла? И какая у нас идет беседа? Так это не один раз. Я был среди собраний мулл разных. Там и мамы, может, были, а теперь уже трудно сказать. И все-таки думаю, родись буддистом, я бы нашел христианство. Нашел. Может быть, лишнюю белую на себе, но думаю, нашел бы. Как среди всего того раздрая, где я был, я нашел. И даже находясь здесь, я нашел неполадки в церкви. И нашел, что необходимо вот это вот улучшить, это мне дано было, это избрание Божие. Если канон Андрея Крицкого Господь положил мне на сердце переложить три варианта его, и до этого никто не делал уже 1100 лет, то, наверное, что-то это стоило. Я говорю только про себя. Нашел бы, так думаю. Даже если бы там родился. Потому что нельзя не сравнить все теракты, все, что есть. Сейчас только что в Тунисе, кажется, два дня назад ввели военное положение. Там какой? Комендантский час там или что там. Туристов. Подплыл один, у него зонтик с собой туристический. На пляже лежат люди, много россиян. И он расстрелял. У него автомат там был. Расстрелял. 138 убил и 40 ранил. Ну, его убили. Я только одно говорю, зачем туда ехать было? Ехать надо и умирать за благовестие, не за то, чтобы на чужом песке загад получить. Но они уже никогда не вернутся, идут гробы сейчас. Ну надо это было. А я в Тунисе был, я в Таиланде был. А что ты там был? Что ты видел-то? Ты кроме моря и песка-то ничего не видел. Вот миссионеры идут, в домах живут, вот они кое-что видят. Все? Все. Поблагодарим Бога.
Научи нас постоянно помнить Твои милости и о тех, кто находится в других странах, гонимых, сожигаемых, лишаемых жизни. Открой врата неба, прими их в обители Твои, укрепи народ Твой. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну что ж, любимый Господь. Слава Христу!